Работы проводились по двум программам. Это наша городская программа «Дорожная деятельность», по которой у нас было отремонтировано 57 объектов. И общая площадь ремонта составила у нас более 35 тысяч квадратных метров. Также вторая программа – это у нас программа, по которой у нас как бы активно участвует и в большей степени краевой бюджет, за что здесь большое спасибо Министерству транспорта и дорожного хозяйства. По этой программе у нас общая сумма ремонта в этом году составит 297 миллионов, и это будет у нас, соответственно, отремонтировано по итогу 40 улиц в нашем городе. Напомню, что всегда по краевой программе у нас речь идет о ремонте улицы полностью. У нас уже по этой программе, по тем деньгам и контрактам, которые у нас заключены, у нас отремонтировано 36 улиц. По заключенным контрактам, которые у нас, кстати говоря, срок исполнения работ до конца этого года, осталось отремонтировать 4 улицы. Ну и ближайшая улица, которая приступит к работам, это планируется у нас где-то примерно через неделю, может быть, чуть больше, это будет улица Солоники. Ну а с 1 января в Сочи будет оптимизирована маршрутная сеть. Дело в том, что действие 5-летних контрактов, которые были заключены с перевозчиками, к концу года заканчивается. Будет проведен новый конкурс на обслуживание муниципальных маршрутов. Ну и вторая причина. Город за последние 5 лет очень изменился, появились новые районы, увеличился пассажиропоток. Так будут введены новые маршруты 1 и 11. Первый будет ходить с Донской в сторону Краснодарского кольца, 11-й идти ему навстречу, начиная двигаться с Донской в сторону Виноградной. Муниципальную тройку уберут вообще, а в 43-м поменяют подвижной состав на более комфортный и удобный для инвалидов и пассажиров с детьми. Дублирующие рейсы номер 17, 47, 57К, 105К, 110, 118, 124С, 135К и 180 будут отменены. При этом, благодаря дублирующим маршрутам, все социальные объекты останутся в пешей доступности от остановок общественного транспорта. Оптимизация маршрутной сети касается уменьшения количества транспорта в городе. То есть, если сейчас это 852 автобуса в соответствии с тем подвижным составом, который есть в городе и у частных перевозчиков, и у нашего МУПа, то это количество транспорта, оно уменьшится. Уменьшится в течение 2 лет, это будет поэтапно вводиться, до 640. Но я подчеркиваю, что количество транспорта уменьшится за счет увеличения его вместимости. На самом деле, зачем ходить параллельно двум автобусам, если больше вместимости, хорошие новые автобусы с кондиционерами, аппарелями пойдут по графику, который будет удобен людям, и здесь проблем никаких не будет. Я еще раз повторю, что готов всегда к встрече в департаменте. Телефон департамента есть, можно всегда прозвонить, и если какой-то актив даже какого-то одного большого дома или там небольшого микрорайона есть какие-то вопросы, мы готовы и будем встречаться для того, чтобы было четкое понимание у наших жителей, в первую очередь, что это, конечно, делается в сторону улучшения и ни в коем случае не наоборот. Всего в Сочи на линию сегодня выходят 852 автобуса. Из них всего порядка 300 оборудованы кондиционерами и удобны для мам с колясками и инвалидов. Остальные будут постепенно менять на более комфортные. Также с нового года в Сочи планируют внедрить карты оплаты проезда. Такими уже давно пользуются пассажиры в крупных городах страны.